Ты откуда? А вдруг она бешеная? Вдруг. Слушай, она это такая чистая. Домашняя? Ну, типа, наверное. Приятная шерсть. Кисун, ты откуда? Что-нибудь поесть дать, дать ему, а нихуя нету. Кисун. Вообще, балдёж. Сюда. А ну пошли вон. Смотри, можно, короче, тут выехать и по трассе поехать. Молчи. Поглядите только на это произведение искусства. Она не такая, как все. Она охренительная. Да. Ребят, баржа! Такая смешная, да? Да. Такая маленькая, толкает такую дуру, вообще жесть. Короче, это толкачик. Так и называем. Волга вся зеленая, ребят. Нормально? Ребят, мы баржу догнали. Догнали баржу. Мы едем быстрее баржу. Представляете, какие мы ракеты, а? Такая моща, мы быстрее. Крузак показался черный? Да. То же самое. Значит, не показалось. Так, пацаны, нам уже кажется, совместные галлюцинации. Мы черные крузаки видим. Пацаны, не катайте в плюс 35, это говно. Так, направо. Блин. Я реально ненавижу песок. Давай посмотрим, как он проедет. И на бампер зазор смотри. Видишь? Ух. Бам. 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 Нормально. Короче, ребятки, здесь очень прикольно. О, братишка, давай езжай. Ну, давай, на его примере посмотрим. Давай, да? Братишка, бля. Ребят, моя машина едет. Ну вот, он хитрый, хитрый вообще человек, нормальный. Сразу видно, на какой машине ездят умные люди. Нет. Он задел бампером. Ой, порогом, я слышал прям. Да? Да. Я слышал, он так же сделал. Потому что он медленно проехал. Суть у нас какая? Приехали мы, короче, на пляж.
типа, ну, отдыхать, там, купаться. На самом деле не купаться, купаться мы залезли, потому что, блин, жарко. Ну, прям реально, плюс 30-33 где-то. Потели как свиньи. Такие дела, ребят. Прям вдоль берега ездят. Мне кажется, они вообще отбитые, блин. А некто у нас собирается прыгнуть. Никак собраться не может. Но на самом деле вода холодная, блин, прохладная такая. Нормально. Ну, грязная теперь. В общем, там у нас маркваши. На этой горе мы были, на этой горе мы были. Вот на той горе были. С ретранслятором. Короче, крутотень. А знаете, что я плавать не умею? Я, блин, плавать не умею! Я надеюсь, вы меня слышите, да? Вот, надо есть, ребят. Дайте газу, пацаны. Сидим, никому не мешаем. Велосипеды, рюкзаки, все дела. Ноги наши вот довольно-таки крутые. Тут у нас вода греется. Ну, как обычно, да? Там люди катаются. О, блин. А знаете, что самое главное в нашей жизни? Ну, как бы в жизни велосипедиста. Это вот. Это доширак. Ай-яй-яй. Кто хочет так же, короче, ставьте палец вверх. А знаете, что самое главное? Вот это вот. Да, вот. Спасибо. Ребят, пища богов, забытая, кстати, всеми народами мира, возвращается. Берете и закидываете. Все, все, я готов ездить 3 миллиона тысяч лет. Смотрите, самая главная трава для вашей печени и желудка. Видите, как она на солнце развивается? Вот это, мне кажется, ребят, это вообще топ жир. Это так круто. Смотрите, смотри, что даже есть. Это говядина. Это говядина. Это говядина, ребят. Зачем жить, когда есть говядина? Смотрите. А у меня вот тут по-бичевски, короче. Но это не значит, что оно невкусное. Ладно. Правильно? Мы заставили нырять Никиту второй раз. Какая вообще сочная, блин, да. Она реально большая. А я тут, короче, инстаграмом занимаюсь. Если что, кто-то не знает, подписывайтесь. Может, фотки я сюда выкладываю. Прям с поездки. Вообще, балдёж. Мы отдыхаем. Не, беги. Давай ты. Не, не, ты беги. Да ты плаваешь, да всё-таки. Ты, беги. Ай, блин, мне в глаз что-то попало. Не стой! В общем, ребятки, мы отдохнули, поели. Вот мой велосипед. Полный чил был, мы сейчас, короче, поедем. А вот Никит. А вот мои ботинки. Дорога домой, ребят. 30 километров до дома. Вечереет уже. Посмотрим. Красивая машина, да? Давай, бери. Все, ребятушки, дорога домой. Накупались, наелись. На самом деле, блин, жарковато сегодня было. Так что мы решили, что типа будет логично поехать на Волгу и помочить свои конечности кишечной палочкой. Кишечной палочки у нас много. Кстати, ребятушки, у нас же есть пляжи городские, как бы. Они как бы городские, как бы чуть-чуть ухоженные. Ну так вот, ситуация у нас такая, что каждый год у нас проверяет, типа, санэпидемстанция или что-то такого, пляж на жизнеспособность. И уже несколько лет подряд у нас ситуация такая, что у нас там допустимые нормы по кишечной палочке и другим парашам повышаются в 2 и в 5 раз. Нормальные пляжи, да? Время 7,
Погода, ну, в тени она замечательная. Да. Бля, у меня седло начинает мозги мне делать. Машина. Короче, ребятушки, мы проехали весь полуостров за 10 минут. Сейчас уже подъем на трассу. И вода зеленая. Здесь. Ребят, свора собак. Заняты собой. Опять минус колесо. Минус колесо. Слушай, реально минус колесо. Поздравляю тебя, наш друг с почином. Ребят, приехали. Получается, что ты не зря с собой взял заплатки, купил? Может, это как следствие? Смотрите, блин, ребятки. Кто говорил, что нет заплаток? Вот они, блядь. Починили колесо. И я сейчас вышел в эфир в Инстаграме. И, блин, мне реально понравилась эта фишка, и теперь я ее просек. Некит мне в этом помог. Мы, короче, будем ее использовать. Реально круто. Подписывайтесь на инсту, если что. Круто, да? Зарево просто великолепное. Надулись. Акулы мы. Я прям вот так вот.